Эти канадские клены на улице Терская посадили в прошлом году. Все они прижились. Наталья Пономарева руководит местным территориальным общественным самоуправлением. И она сама, и ее жители следили за тем, чтобы деревья чувствовали себя хорошо. Если нужно, поливали. ТОС номер 7 в прошлом году занял 2-е место. В этом стал первым на городском конкурсе. От Красноармейской до Краснодарской и от Шевченко до Горького. Это самый центр города-курорта. Поливаем деревья, смотрим, чтобы никаких пакетов, нигде грязи не было. Потому что наши гости приезжают, проходят по этим улицам, не хочется ударить лицо в грязь. Татьяна Борисенко живет здесь уже более 40 лет. Утром, убирая мусор у ворот, непременно захватывает часть бульвара. Улицу здесь воспринимают как продолжение двора. Как дома. Дома хозяйка как принимает участие? Ее никто не заставляет. Она сама видит, что надо сделать. Вовремя, не вовремя, всегда все сделаем. Именно так формируется единое городское пространство. Клумба там, где ее могло бы и не быть. Дело рук местного предпринимателя. Наталья Пономарева пришла к Татьяне, тоже Пономаревой. Они даже не родственники, зато единомышленники. Обсуждают, не пора ли убрать листву. Маршрут у меня от Красноармейской до Краснодарской. Я смотрю, если я иду по каким-то своим делам, я обращаю внимание, чисто ли во дворах. Потому что есть открытые дворы. Если дворы не ухожены, естественно, конечно, общаемся с нашими жителями, просим, чтобы навели порядок, соответственно, не только к праздникам, но и в будние дни. Потому что все-таки город наш курортный. И хочется, чтобы впечатление от нашего города было у наших гостей прекрасно. После победы в городском конкурсе общественники хотят попробовать силы на краевом уровне. Призовые деньги пойдут на дальнейшее благоустройство.